От бездействия коммунальщиков возмущаются жители, дом постепенно разрушается. Обещанного ремонта, говорят, 3 года ждут, а ситуация только ухудшается. Все началось после аварии в подвале. Лопнула труба центрального отопления. Воду перекрыли не сразу, поэтому подъезды превратились в сауну. Даже закрытая дверь в подполье, рассказывает Наталья, не спасала от этого кошмара. Идет пар из подвального помещения, который не закрывается. Вы видите щели, из которых постоянно периодически льется пар. Он не бежит там, не испаряется, он льется горячим кипятком. Зимой, а авария случилась в январе, из подъезда нельзя было выйти. Двери блокировали сталактиты. После парилки на площадках не просто облезла побелка и краска. Вывалиться из стен грозят даже кирпичи. Управляющая компания была здесь. Посмотрели, повернулись, руками развели и ушли. Все, больше не было их. Сказали, будем устранять. А когда устранять? Уже какой год, и ничего нет. Оно валится и валится и валится. Но, как оказалось, коммунальщики здесь бывают. Вот и мы услышали в подвале какой-то шум и застали там слесарей. Правда, они были по другому вопросу. Устраняли течь, делали врезку на отопление и сливали бойлер. Чтобы поставить дом на подписку, чтобы трубы пустые не были. А эти щиты на фасаде установили в мае. Для чего, жители так и не поняли. Как нам разъяснил главный инженер, таким образом укрепили стены. Но об обещанном ремонте подъездов в управляющей компании не забыли. Ремонтные работы запланированы по штукатурно-малярным работам, по восстановлению вот этого, по этих недостатков после аварии, запланированы на сентябрь месяц. Наша ремонтно-строительная служба будет заниматься этой работой. Ну, до начала зимы постараемся в теплое время выполнить эту работу. Жители уже не впервые слышат подобные обещания по ремонту в подъездах. Но на этот раз мы берем ситуацию под свой контроль. Юрий Шумков, Иван Быков, Городской дозор.